Меня не должны узнать. Накину капюшон.
hominibus quasis... Fecit dominus noster sapiens rugus. Ateres et locustus est ad eum... Dominus altum acceptamentum altum eliminaya. Эй, кому ты кричишь? Здесь никого нет. Своему брату! Он теперь вон там! Гоблин превратил его в рыбу! Гоблин превратил его в рыбу? Он не хочет вылезать и помогать по хозяйству! Мама страшно разозлится! Ох, что же мне делать? Это не та рыба! У брата карие глаза! Нужно вытащить его из пруда! Будет нелегко! Он вредный и скользкий! Уолтер! Ох, и попадет тебе, когда мама про все узнает. Она запретила говорить с гоблинами. Эх ты, растяпа! Мой брат так и плавает в пруду. Thank you.
растяпа! Мой брат так и плавает в пруду! Здесь можно наловить вдоволь рыбы. Как-то я не уверен, что твоего брата правда заколдовал гоблин. Лови, лови! Я дам тебе поесть, Уолтер! Червяков! Достаточно. Уолтер, сиди в кустах! Нам этого хватит. А вот и не хватит, дубина! Не обзывайся! Дубина! Дубина! Твой брат неплохо выглядит. Для рыбы. Мы думали, будет весело, если кто-то другой порыбачит вместо нас. Обдурили, значит. Получилось ведь? Если не злишься, оставь рыбу нам. На рынке нам дадут за нее сладости. Уолтер, рыба наша! Спасибо! Thank you.
Я служил Этельреду. Он станет великим. Все же до Альфреда ему далеко. Я обманул всех, и никто не узнает. Все будут считать меня верным слугой своего господина. Твоя хук теперь в новом звере. Идал твой вьенте стука. Что не шваш декан? Заходим с тыла. Сюнина.
там расположить ее к себе. И с ним зачем пришли? Или будем говорить намеками? Как я понял, Фулки легко делится своими тайными знаниями. Зададим один вопрос, ответит на 10. Славно. Но лучше скрыть свой интерес. Или можем пожалеть. А вот и Эйвор. А, ты как раз вовремя. Божья женщина Фулки здесь. Ее держат в монастыре святого Альбана, прямо за поворотом. Время пришло, Эйвор. Совсем скоро все изменится. Я бы порадовался за тебя, если бы знал, кто она и зачем нам нужна. Я достаточно рассказал. Сейчас пора действовать. Ты не сказал ничего. И ждешь слепого доверия. Я хочу говорить с ней. Я твой ярл. Этого вполне достаточно. Зачем? Хочешь, чтобы она превратила Идвин в угля? Фулки не единственная наша цель, Эйвор. В монастыре целая гора сокровищ. Все не пересчитать. Я уже обыскал монастырь от Нефа до Крипты и вынес оттуда все сокровища. Пленников я не видел. Она там. Я уверен. И эта женщина ценнее всех богатств. Эйвор, было время, когда ты шел за мной, не задумываясь. Ведь мы доверяли друг другу, и ты знал, что я никогда тебя не подведу. Не стану без нужды рисковать нашими жизнями. Почему ты больше не видишь во мне того, кого видел раньше? Своего брата, свою семью. Сигурд, ты знаешь, что я никогда не предам твое доверие. Я пойду за тобой. Но эта охота не может длиться вечно. Гедрик рассчитывает на нас. Разумеется. И мы не подведем. Пошли. Ты уверен, что не видел в монастыре ничего важного? Крипту? Пленников? Не помню ни того, ни другого. Что видишь, Сюнин? Нужно накинуть капюшон. Свою судьбу.
Так, святой Иуда, благодарю тебя, возлюбленный Иисус, за то, что дал мудрость узрить ложь Алдебаофа сквозь облако Софии и раскрыть первую тайну, суть последней тайны и 24-ю. Аминь. Кто посмел войти в это святилище? В пещеру, пропахшую мочой и слезами? Как ты смеешь? Нам нужна Фулке. Она больше не будет вас состязать. Это безумное? Самозарожденный дух прислал ангела, чтобы забрать меня. Открывай дверь. Ее должны наказать за ересь, но не даны, не магометане, а истинные христиане. Монах, наши руки в крови ваших стражников. Неужели твоему богу так нужны мученики, что ты готов к ним присоединиться? Разумный вопрос. Я должен помолиться. Господь велит мне привечать всех. Что ж, вот ключ. Возьми. И уходите оба, ты и твой странный друг. Что? Хвала тебе, хранитель сокровищницы света, за шанс на спасение. Тебя прислали ангелы Сокласа? Или самозарожденный? У меня нет ответа. Это тебя зовут Фулке? В этом мире я Фулке. Скромная искательница истинной сути самозарожденного. И ты собираешь артефакты? Собираю орудия детей Сокласа-глупца. И у меня много диковинок. А есть ли среди них гладкий камень с необычными знаками? Как любопытно. Ряса и капюшон скрывают смуглую кожу, а этот дьявольский клинок... Нам нельзя медлить, скоро здесь будут воины. За монастырем есть стойло, там мы сможем спокойно поговорить. Веди нас. Идем. Как долго ты пробыла здесь? Недели три, может, месяц. Из-за твоей ереси? Потрошу. Эй, ты! Прими свою судьбу!
Disciplus est. Да, именно. За свою жизнь мне удалось собрать множество ценнейших предметов, созданных рукой ложного бога Демиурга, которому поклоняются эти дурни в рясах. Я находила эти реликвии по всей Германии и в земле франков. И в Англии тоже. Леди Идвин считает... Эйвор, ты куда?
Смотри, Сюнин. Люди, Идвин, они идут. Эй, ты, в чем дело? Они идут! Быстрей, или нас всех перебьют! Ослаблена. Осталось напасть на ее воинов. Мой последний шаг перед битвой. Накину-ка я капюшон.
чем я говорил? Леди Идвин считает их святотатственными, но ее ум затуманен. Этим предметам нет цены. Можно ли взглянуть на них? Если хочешь знать правду о своем происхождении, ты узнаешь ее сегодня. Да, хочу. Я последую за тобой. Хватит с меня тайн, Сигурд. Фулке хранит предметы огромной ценности. Один из них может раскрыть мою сущность. Твою сущность? Ты говорил это для дела, для победы над Идвин. Знать, что ты потомок древних богов, уже победа. Я получил бы власть над этими землями. Потомок богов? Брат, во имя Глаза Одина, что ты несешь? Фулке, говорят, у тебя есть камень со странными символами и изображением древа. Это правда. Он зовется Камнем Сак. В эти земли его привез Дан по имени Рагнар Ладброк. Он при тебе? Это жемчужина моего собрания реликвий. Ты продашь этот камень, чтобы заключить союз? Нанять воинов? Или ты просто хочешь потешить свое самолюбие? Пожалуй, подожду, пока вы трое придете к согласию. Ждать ни к чему. Мы хотели бы взглянуть на камень и прочесть руны на нем. Никому не под силу их прочесть. Язык неизвестен и, вероятно, давно забыт. В таком случае ты ничего не теряешь. Это верно. Спасибо тебе, о самозарожденный, что прислал этих троих мне на выручку. Шепот богов тут ни при чем, Фулке. Я пришел сам. Ты пришла по моему зову, Эйвор. Я говорю от их имени. Брат, у меня уже голова пошла кругом. А меня, между тем, ты все больше и больше интригуешь. Камень Сак спрятан. Его оберегает мой помощник. Отправимся прямо сейчас. Чем быстрее покончим с этим, тем лучше. Идем. Отнесись к камню без предубеждений, Эйвор. Он может заинтересовать тебя больше, чем ты думаешь. Чем тебя так очаровал этот камень, Фулке? Камень Сак принадлежал древнему народу, поколению младших богов. Как и прочие вещи, что я собираю для своей церкви. В заточении ты молилась Иисусу Христу. Ты не принадлежишь к римской церкви, как саксы? Саксы верят в Христа Спасителя. Но я знаю его истинную цель. Он — учитель, хранитель тайных знаний. Поэтому Идвин тебя ненавидит. За твои взгляды? Да. Христиане вроде нее и Альфреда верят, что Христос сошел на землю, чтобы смыть наши грехи. Римская церковь поверила лжи Сокласа или Алдабаофа Демиурга с множеством имен. Малого бога. Соклас и подобные ему были мудры, но забыли истинного бога, самозарожденного, хранителя сокровищницы света. Вот поэтому Идвин и приказала меня схватить. То, что она называет ересью, есть. Это странная сага, Фулке. Да, и до конца еще далеко. Смотрите в оба. За нами наблюдают. Лучше приготовьтесь. Местные люди не рады нас видеть. Это глаза и уши Идвин. Ха-ха-ха!
Что там за башня? Руины римского прошлого Англии. Мой помощник узнал, что башня заброшена. И укрылся там, когда епископ изгнал его из-за той же истины, что стоило мне свободы. Бывший священник? Вовсе не бывший. Епископы Англии малодушны. Они сбились с пути и не могут осознать нашу истину. Это Пол, твой помощник? Мой дорогой друг. Достанешь ты един с истинным Богом, сокровищница света. Твой друг поплатился за свою верность. Я думаю, он защищал камень. Это люди Идвин. Они убили брата Пола и забрали мой камень. Ты все время сомневался, вечно мне перечил. Ты задержал нас, и я упустил свой шанс. Терпение, брат. Мы найдем камень, где бы он ни был. К добру или к худу, ты получишь свой ответ. Я уже знаю ответ, Эйвор. Он был в моих видениях. Я уверен. Тише, вы оба. Слышите? Воины, это Идвин. Как посмели вы, даны, поганить мои земли? Нет, Эйвор, сперва поговорим. Леди Идвин! Из этой башни взяли камень. На нем были руны. И некое дерево. Ты знаешь о нем? Да. Одна из этих еретических побрякушек. Вы что, пришли за ней? Мы предлагаем обмен. Камень на мирный договор. Что ты говоришь? Мы дали Гедрику слово. Верни камень! И мы уйдем из этих земель и не вернемся! Ладно, но вы принесете мне голову Гедрика. Камень почти у нас в руках. Мы должны сдержать слово.
брат. Ну, вы согласны? Мы согласны. И я. Я против! Эйвар! Нет! Убейте всех! Всех до одного! Эйвар, ты не в себе? Игвин бежит! У нас Уилсон! Что ответишь? О чем ты думал? У нас была возможность вернуть камень, не проливая кровь. Я не предам Гедрика. Это не тебе решать. Мое слово принадлежит мне, и оно крепче железа. Клятва ярлу важнее. Сигурд не только твой брат, но и твой ярл. Ладно, Басим. Мы еще поговорим об этом. Мы можем сдержать клятвы и вернуть камень вместе. Идвин укрылась в замке. Нужен камень? Он ждет тебя там. Жалкой армии Гедрика этот замок не взять. Можно было бы вернуть камень, а потом начать осаду. Таков был наш замысел, Эйвор. Я не собирался предавать Гедрика. Таков был замысел? Но ты заставил меня гадать, в чем цель твоих безумных поступков. Я не могу доверить тебе все. Тебя одолевают страсти. Я это знаю. И мой отец знал. И твой отец знал. Можешь сидеть и стенать, брат. Мне нужно сдержать слово. Я это сделаю. Ты себя переоцениваешь, Эйвор. Мудрость Одина тебе недоступна. Идем, Басим. Ваши с братом ссоры — то еще зрелище. Вы всегда так горячитесь в спорах? Всю жизнь мы были близки, как родные братья. Всегда знали мысли друг друга. До сегодня. Время насмехается над всеми. Ты славно сражалась, Фулке. Хочешь пойти в бой со мной? Чтобы отнять у Идвин власть над Широм? Еще бы. Гедрик поручил мне лишить ее припасов. Ты случайно не знаешь, где именно она их берет? В Итенберне, к востоку от Оксенфорда и к югу от Руинвли. Охотно продают ее людям все, что нужно. Жди там, я скоро буду. Сигурд, брат, ты во власти бури, которую устроил сам. Оборона Идвин уже не так крепка. Можно сделать ее еще слабее.
Нужно накинуть капюшон. Я строил корабль, чтобы увезти семью в безопасное место. А дети, чьих родителей ты убил? Где их корабль? Что мне эти ублюдки? Лишь они нынче у власти в Англии. Мой народ был из королевства Хвикки. Но теперь нами правят рабы Христа. Yeah!